Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 февраля. Память преподобного Афанасия Исповедника. Преподобный Афанасий родился в городе Константинополе от благочестивых родителей, которые проводили богоугодную жизнь и были очень богаты. Он с детства отличался благоговейным настроением души, и любимой мечтой его юности было провести жизнь в иноческом звании. Поэтому по достижении совершенного возраста он удалился на одну из никомедийских обителей. И там принял иноческое пострижение. В своих иноческих подвигах преподобный достиг такой высоты, что своим благочестием стал известен самому императору. Царствование льва иконоборцу. На преподобного сделан был донос, что он чтит святые иконы. И за это он был подвергнут различным мучениям, потерпел тяжкие изгнания и перенес много страданий. Но, несмотря на все это, святой Афанасий остался непоколебим. Сохранив до конца своей жизни православную веру, он отошел ко Господу в 821 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.